Новым прокурором столицы стал Александр Шабалкин. Назначение состоялось сегодня. Его имя известно в профессиональной среде. С 2017 года Александр Шабалкин работал канашским межрайонным прокурором. За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся приказами генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Чувашской Республики. Руководитель республиканского надзорного ведомства охарактеризовал Александра как грамотного, квалифицированного специалиста, который умеет добиваться выполнения поставленных задач, и пожелал ему дальнейших успехов в работе. Новый руководитель появился и у прокуратуры Московского района Чебоксар. Им стал старший советник юстиции Николай Осипов, ранее возглавлявший прокуратуру Батыревского района.